После летних каникул в эфире вновь программа «Реальный спорт. Ульяновск». Я ее ведущий Михаил Рассашанский. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о футболе, о новых в нашей области бассейнах и даже, несмотря на 35-градусную жару, хоккей с мячом. И сделаем это в компании человека, который недавно побывал в Токио. Варвара Баранова, участница Олимпийских игр в соревнованиях по гребле на байдарках. Здравствуйте, Варвара. Здравствуйте. Варвара, а не обидно ли вам, что вот в рейтинге самых красивых девушек Олимпиады вы в десятке, а в соревнованиях по гребле на байдарках только 15-е место у вас? Не обидно, наверное, потому что экипаж «Скиры» сложился за 5 дней, да, до гонок. Туда мы приехали, когда лодок наших не оказалось на месте, нам пришлось за ними еще 3 километра бежать, скажем так, и транспортировать их уже на базу. Вот, поэтому я думаю, что к Парижу мы справимся, и все будет хорошо. И я буду не только самой красивой, да, но и с медалью. А во главе рейтинга самых популярных видов спорта у ульяновцев исторически так сложилось – хоккей с мячом. Даром, что не олимпийский вид спорта. Юрий Ощепков попытался подвести итоги первого этапа Кубка России, который параллельно с Токийской Олимпиадой прошел у нас в Ульяновске. На первом этапе Кубка России ульяновская «Волга» заняла скромное 5-е место из 8 команд. С одной стороны, регресс, ведь в прошлом году мы были вторые. С другой, не пропусти «Волга» на последних минутах матча с Казанью и Кировом, могла дружина Александра Савченко и за бронзу побороться. Это было и в прошлом сезоне. Наступаем на те же грабли. Этого надо как-то избежать. Что это, потеря концентрации, усталость, психология, я не знаю. Это уже, как говорится, к тренерскому штабу, к самим игрокам. Обычно в последних секундах обычно забивается с угловых. Значит, надо как-то сконцентрировать, чтобы по краю не прошел, дать любыми возможность, чтобы этого не допустить угловой, потому что так сложнее забить-то. Еще одной серьезной проблемой для ульяновской команды стала слабая реализация стандартов – угловых. Если на прошлом Кубке России «Волга» реализовала 10 корнеров, то сейчас только 3. Я подсказывал вот некоторым молодым ребятам, я говорю, ну движение чуть вперед. Тогда набегающим будет сложнее. Кубок – это всегда место экспериментов, тем более, когда перед командой не стоит высокая задача. А еще возможность проверить в деле ближайшие резервы. 20-летний молодежь в лице Кирилла Коломейцева и Егора Норкина уже игроки основной «Волги». В заявку на кубок попали еще несколько хоккеистов из молодежки – Плюха, Сорокин, Ванькин, Сырыч. Как считает экс-наставник «Волги», ныне работающий с дублем ульяновцев Сергей Горчаков, не молодежи должны давать время, а она сама его должна собирать. Любой уважающий себя игрок всегда недоволен своим временем. И если оно даже практически сводится к максимальному, он еще хочет увеличить его и приносить больше пользы. Другое дело, что это, конечно, это в рамках тренерской установки, в рамках тренерского плана. Самым молодым игроком «Волги», попавшим в заявку на Кубок России, оказался полузащитник Семен Плюха. Пока 19-летнему хоккеисту выйти на лед не удалось. Опыта он набирался со скамейки запасных. Просто замечаешь некоторые нюансы, наблюдаешь за некоторыми игроками прям вплотную, которые играют на том же амплуа, на котором играешь ты, и замечаешь некоторые мелочи больше, чем когда смотришь трансляции и тому подобное. Просто надо работать, совершенствоваться, и все. Мне всего 19 лет, мне есть еще куда расти. Кто еще, кроме Семена Плюхи, в ближайшем будущем может из молодежки перейти в основную команду? Это все покажет просто время. То, что они есть, это однозначно, потому что «Волга-2» для этого и существует, для подпитки главной команды. Когда они придут туда? Конечно, хотелось бы как можно скорее. Ледовые тренировки и спарринги, несмотря на лето за окном, у ульяновской молодежки продолжаются. Оттачивать свое мастерство, чтобы стать мастером, необходимо ежедневно. Варвара, Олимпиада в Токио прошла без зрителей. Многие спортсмены говорили, что это негативно отразилось на их выступлении. А вот в гребле на байдарках вот этот запрет, он принципиален вообще? Ну, на самом деле мы не видим зрителей, да, когда у нас проходит гонка. Поэтому зрители нам не важны, так как, например, в синхронном плавании, да, или просто в плавании, или в гимнастике. Поэтому у нас что есть зрители, что их нет, нам не важно. Вот, потому что я знаю, что за мной следили тысячи людей, да, по телевизору, и потом все это, конечно, передавалось по связи, да, по телефонам, по сообщениям, поэтому я знала, что за мной все следят, все смотрят, болеют, и все дома, да. То есть поддержка чувствовалась? Да, обязательно, конечно, да. Ну, а, к счастью, в чемпионате России по футболу ограничения не столь строги. Наверняка и именно поэтому, чувствуя поддержку своих болельщиков, наша ульяновская «Волга» пока среди лидеров чемпионата России.
Август, жара, но футбольные Волги, тренировки строго по расписанию, даже когда в тени под 30. Обновленная после минувшего сезона ульяновская команда, как и год назад, новый чемпионат России начала лихо. В 5 проведенных матчах 4 победы и домашняя ничья с одним из конкурентов в борьбе за лидерство в турнирной таблице – пермским «Амкаром». В целом на 4 балла, я бы сказал, по 5-бальной шкале я бы оценил нашу игру. В каких-то играх мы показывали очень неплохой футбол. В каких-то играх не удавалось нам показать полностью доминирующую игру, как мы планировали. Даже вот последняя игра с Ностой, она получилась такая тяжелая. Но мы добиваемся результата, это самое главное. Этот промежуточный результат – первое место на радость болельщикам. Но в свою очередь сами футболисты особых иллюзий не питают. Ведь это только самое начало чемпионата. Коллектив, по словам наставников, двигается от игры к игре. А лидерство после 5 туров – лишь данность, не более, считают в ульяновском клубе. Ну, конечно, если мы постоянно будем выигрывать, конечно, будем в себе уверены и намного легче готовиться к играм. Но в то же время чуть-чуть сверху поддавливает то, что мы находимся на первом месте. Где-то в некий раз можно ошибиться, и команду может чуть подзатрясти. Поэтому надо сыграть очень надежно, холоднокровно, и все у нас будет в порядке. 2 мяча пропустил на старте нового чемпионата Семен Морозов. Результат достойный уважения. Но проблема в том, что у него, по сути, нет сменщика. Ведь второй голкипер заявки «Волги» талантливый, но еще толком не обстрелянный 16-летний Денис Еремеев. Руководство и тренерский штаб параллельно с играми и тренировками ведут селекционную работу. Кроме голкипера ищут забивного форварда, несмотря на то, что нападающий Игорь Беляков с 4 точными ударами – лидер в списке бомбардиров. Как говорится, игру можно совершенствовать до бесконечности. Нам нужно именно усилиться, а не брать там для глубины состава, так скажем, потому что у нас, в принципе, достаточно обоим футболистов. Поэтому сильных футболистов, наверное, мы еще возьмем, если они такие будут. Следующий матч у «Волги» против дублеров Оренбурга – молодой, амбициозной команды, которая идет в середине турнирной таблицы. После нее двухнедельный перерыв волей календаря, а дальше – конец дозаявочной кампании и осенняя часть чемпионата. Пожалуй, самое важное в борьбе за первое место в турнирной таблице. Варвара, а как болельщица, вы давно были на соревнованиях, ну, скажем, по тому же футболу или хоккею? И вообще, есть ли спортсмен, на соревнования которого вы пошли бы и поболели за него? На самом деле, на соревнованиях по футболу и хоккею я была очень давно, но я люблю очень плавание. И моя самая такая, мой фаворит в плавании – это Юлия Ефимова. Она, я считаю, что отличная спортсменка, да, и она входит в топ самых красивых девушек Олимпиады. Лично знакомы? Нет, познакомиться не удалось, но мы видели ее. То есть вот в столовой сидели практически рядышком за, скажем так, вот через столик. Ну что ж, если говорим мы о плавании, то давайте сейчас посмотрим сюжет о том, как обстоят дела у нас в регионе с плавательными бассейнами. Бассейнов много не бывает, так считает президент областной федерации плавания Василий Гвоздев. В железнодорожном районе всего один бассейн. Автомобилисты, там нужен новый бассейн на 90 тысяч жителей. Нам нужен бассейн на верхней террасе и нам нужен бассейн на нижней террасе. Поэтому минимум 3 бассейнов еще не хватает. В идеале в каждом микрорайоне в шаговой доступности должен быть бассейн. Именно в этом направлении сейчас и работают власти региона и спортивная общественность. Только в ближайший месяц будут сданы в эксплуатацию сразу 3 бассейна. В густонаселенном микрорайоне Искра, Вышеевке и малая чаша бассейна Фоки-Торпеда, где уже есть большой бассейн. А зачем же нужна малая ванна? Сейчас мы имеем возможность начать подготовку в 2 направлениях. Во-первых, это оздоровительное плавание с малого возраста. Это где-то, наверное, примерно с 4-летнего возраста. Это детский сад. Мы охватываем большое население вот этих вот маленьких детишек. Во-первых, они уже не будут бояться воды, научатся держаться на воде и плавать. И в дальнейшем они могут стать резервом, будем так говорить, нашего ульяновского плавания. ФОК «Искра», который в ближайшее время начнет свою работу на улице Скачилова, и вовсе претендует на уникальность. Здесь будут сразу 3 бассейна. Большой 25-метровый с 6 дорожками, малый 4x7 для детей от 3 до 7 лет и грудничковый размером 3x4. А вообще в двухэтажном ФОКе «Искра» будут не только бассейны. Здесь будет зал кикбоксинга, танцевальный зал, фитнес-клуб «Ультра», детская игровая зона. Это будет хорошее место для приятного времяпрепровождения с пользой. Настоящим праздником для Ишеевки и всего Ульяновского района, конечно же, станет открытие собственного бассейна. Меньше чем за год строители возвели рядом с футбольным Ишеевским ФОКом весьма компактное здание, где будут не только бассейн с 5 дорожками, но и тренажерный зал.
При этом в чаше бассейна использована не традиционная кафельная плитка, а ПВХ-мембрана. Она более длительное время эксплуатируется, не трещиностойкая и быстро укладывается в монтаже. Открытие ФОКа, который будет носить имя заслуженного учителя России Александра Макарова, запланировано на 31 августа, аккурат перед Днем знаний. Ишевский бассейн должен стать особенным именно в жизни школьников. Почему бы тогда третий час физкультуры не отдать именно для плавательного бассейна? Подвоз школьников у нас есть, мы уже на уровне своего муниципального образования проговаривали, как бы выделение дополнительных средств для управления образованием, чтобы они выделили деньги на именно подвоз детей во время учебного процесса на плавательный бассейн как урок физкультуры. Эх, жаль, что байдарку, наверное, нельзя в бассейн поместить, а то бы и тренировались и зимой, и летом. А, кстати, вот действительно, есть ли проблемы с зимними тренировками? И вообще, зимой чем занимаетесь? Зимой мы бегаем на лыжах, плаваем в бассейне и также тренируемся на грибных тренажерах. Единственное, у нас сейчас не хватает места, конечно же, потому что очень много народу, а помещение не позволяет тренироваться зимой. У нас нет теплых раздевалок, скажем так, туалет у нас на улице, душевых нет. Но тоже бы хотелось, конечно. Вот. А так зимой мы улетаем на сборы в Краснодар и там проводим, скажем, такие водные уже занятия именно. Ну что ж, как говорится, готов весло зимой, а спортивный бюджет за полгода до января. В мэрии Ульяновска прошло заседание общественного совета по спорту, и что ж там обсуждали чиновники? Общественный совет при региональном Минспорте пополнили представители ледовых площадок Федерации хоккея с шайбой и Федерации хоккея с мячом. Однако историческим очередное заседание общественников стало по совершенно другой причине. Впервые встреча прошла на площадке Ульяновской мэрии. С учетом смены руководства и в регионе, и на уровне муниципалитета, эта базовая встреча состоялась, где мы без обиняков объяснились, какая у нас ситуация. А ситуация не самая простая, мягко говоря, считают в общественном совете. Проблем в городском спорте хватает. Главный из них – разный подход к оплате работы тренеров в муниципальных и региональных структурах, а также нехватка современных спортивных сооружений. Зачастую есть хорошие объекты, но уже где-то течет крыша, где-то там начали прорываться трубы. Это не позволительно в наше время. Родители готовы везти туда детей, где есть комфортные условия. 21 век. И мы должны этим трендам следовать и делать все максимально. Не только за счет бюджета, но использовать небюджетные источники, использовать федеральные средства. Поэтому здесь как раз у нас общая задача стоит. В обновленной Ульяновской мэрии от проблем не открещиваются и уже готовы провести мониторинг городского спортивного хозяйства, инициированный общественниками. Его, по мнению членов совета, необходимо провести не только как можно скорее, но и как можно объективнее. Понимает это и в администрации областного центра. И в ближайшее время намерены от слов приступить к делу. Мы строим новые ФОКи, новые спортивные площадки, а наши действующие объекты, они задействованы не в полную силу. И здесь надо обязательно нам поработать, посмотреть с точки зрения законодательства, как догрузить спортивные объекты, расположенные на школьных территориях, с точки зрения занятий массовым спортом. Полтора часа рассуждений, предложений, размышлений. Андесерт, региональный олимпийский совет, награждает тяжелоатлетов и гребцов грамотами за подготовку спортсменов для Олимпийского Токио, как аванс для будущей совместной плодотворной работы городских и областных чиновников. А вот сидят чиновники, общественники, решают судьбу спортсменов. А вот вы, Варвара, кем себя видите после того, как высушите весло и закончите спортивную карьеру? Ой, я на самом деле пока еще не задумывалась об этом, но пока спортивную карьеру не хотелось бы заканчивать, потому что я считаю, что все-таки, наверное, нужно погрести до Парижа. А так я задумывалась о Министерстве спорта, может быть, Ульяновской области, а может быть, и возьмем чуть выше. Здорово, амбиции – это, конечно, здорово. Ну что ж, а время нашей передачи подошло к концу. У нас в гостях была реальная спортсменка и участница Олимпийских игр Варвара Баранова. А с вами был «Реальный спорт Ульяновск». До свидания.